На сцене Дворца культуры Черкесска выступил военный оркестр штаба Северокавказского округа Росгвардии в рамках ведомственной музыкально-патриотической акции «Прощание славянки. Марш, объединивший народы». Данный проект приурочен к 140-летию со дня рождения легендарного музыкального произведения военного дирижера и композитора Василия Габкина. В атмосферу живой музыки окунулся и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Настоящий живой оркестр с разнообразным репертуаром обрадовал жителей республиканской столицы. Важно отметить, что выступление оркестра штаба Северокавказского округа Росгвардии сопровождалось рассказами о жизни композитора и военного дирижера легендарного марша прощания славянки Василия Агапкина. «Мы хотим подарить нашим зрителям красоту и тепло наших родных отечественных песен и отрадно видеть, что многие нас с удовольствием слушают». И в Карачаево-Черкесии, подчеркнул начальник оркестра штаба Северокавказского округа Росгвардии Леонид Заготовкин. Публика встречает радушно, потому что в нашем обществе заложена любовь к военной духовой музыке, к духовому оркестру. И живая музыка, конечно, всегда приветствуется на ура. Поскольку у нас очень много высококлассных специалистов, люди встречают тепло с любовью. Посмотреть выступление оркестра пришли и сотрудники управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Это прекрасная возможность услышать профессиональное исполнение всеми нами любимых военно-патриотических песен. У данного оркестра обширная программа по воинским частям Северокавказского округа 8 санкт гвардии. И вот сегодня они удослужили к нам прибыть на данный концерт и дать нам концерт личному составу. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, необходимое для войск, необходимое для личного состава, для всех сотрудников, ну и, соответственно, конечно, для детей, для подрастающего поколения. Оркестр знакомил всех собравшихся с произведениями Василия Габкина. Каждое музыкальное исполнение завершалось бурными овациями. Их игра заставляет проникнуться, и бывало так, что мы даже начинали подпевать, отмечают зрители. Приятно видеть, что благодаря выступлению такого оркестра мы сохраняем наши патриотические песни. На хорошем профессиональном уровне. Духовые звучат стройно, очень хорошие солисты. И тематика концерта просто трогает за душу. Больше таких концертов, потому что патриотика сейчас – это мы, значит, все вместе. Вызвало бурю аплодисментов и исполнение отечественной рок-музыки духовым оркестром. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.